Какая пухлая тут. Иду пухлая. Я не пухлая. Доброе утро. Всем привет. Всем привет. Девчонки, кровать называется, заправляют. Вот тут какая пухлая. Я не пухлая. Фотография, какая яркая фотография. Да. Ну а что не пухленько? Смотри, какие щечки. Вот вам вообще. Тут еще есть фотка, где она на каблуках. Одевала каблуки она. У нас вот альбомы есть только у на нет, это Настины, наверное, у меня таких не было. Альбомы есть только у Насти и у Алины. У детей больше ни у кого нет. А почему не альбом? Вот так вот просто фотографии отдельно. Не все. Почему на фотографии только я? Потому что там альбом твой. Где-то там детей есть. Алинин, Женя, Саши. Вот еще какая-то фотка. Это день рождения у кого-то. Нет, это какой котик? Его бедного собаки там разодрали. Женя, Саша, маленький. Девчонки, положите фотографию. Уже достаете, как попало, это кидаете. Это сколько в прошлый раз. Ну, положите, так вот потеряются, порвутся. Ой, у нас дома разгром полный. Нас вчера дома весь день не было. Кстати, второе видео загрузила, тоже авторские права. Женька, толстенькая. Ну, сейчас будем исправлять. И тут все навалено, игрушки. Настёна. Комментариев пишут: родила мальчика Степаном назвала. Степан! Степа! Даринина еще Настина. Ой. Короче, дорогие зрители, смотрите, как жить нельзя. Это мы так живем. Это ужас, ужас, ужас. Тома вчера вроде все тут прибрала. Смотрите, мусор накидал. В итоге все равно порядка нет. Ну, а что сделаешь? Это мой арсенал. Я тут сплю. Тома с детьми спит. Дарина здесь. Настя с Софийкой там спят. Папка за шкафом. Тоже видите, как все. Папка за шкафом, ага. Вот дети тоже только проснулись, еще ничего не делали. Саша только встала, заправила. Но зато Саша и завтракает самое последнее. Все уже давно поели. Она только-только пришла на кухню. Сегодня детям обещала выходной. Ничего не делать. Все равно вчера устали. Ой, вещи опять как попало валяются. Вчера уже спать вроде легли. Потом слышу, ругаются. Я говорю, что случилось? Мама, пусть она уберет. Что, это виноград еще нашел? Да. Последний. Спасибо, спасибо. Намыл. Кофту именно в стирку несу. Так, туда не пойду, там Дарина душ принимает. Может, я говорю, Санечка последняя у нас завтракает. На кухне тоже бардак. Ну, ладно, ладно. Лишь бы все были живы и здоровы. Скажи, Сашенька. Угу. Опять только сладким завтракаешь? Я вообще не хочу есть. Даринина. Дарина вообще сказала, пока не будет завтракать. У меня уже две будет. Да, что, две? Угу. Вася отогнал машину. Но они с Настей ездили на двух машинах. И мы целый день до сегодня, наверное. Да. Угу. Подушка на ней долго. Когда нам уже дверь привезут, а? Скоро.
Почему так долго тут все так делается? Прям я не знаю. Загруженность большая. На станице вот как-то вот никто вообще не торопится работать. Так спокойно все живут, тихонько. Там осталось вот дверь поставить, и можно все. Пол залить и красить, и все, и эту радиатор поставить. И можно Василию Владимировичу уже съезжать от нас. Да. Я ему говорю, я туда поеду, он не пускает меня, драться со мной хочет. Сейчас я вам покажу, подождите. Я вчера ругалась, я говорю, купил себе этот лимон. Кумкват твой где? Он говорит, ты чё, мой кумкват? Ой, сейчас покажу. Мама, там, я зашла с альбом. Нифига. Вот. Прикольно. Дай, открой. Мама снимает. Ну. У них одинаковые. Ой, сейчас. Сейчас. Папочка маленечко сдвинь. Вот папкин кумкват, который дети дарили. О, папочка, открой. Смотрите, сколько на нем фруктиков. Вон. А я сюда даже не заглядываю. Вон еще. Он мне вчера. Где ты говоришь? Вот он мой кумкват. Пока везли вчера, один лимон отвалился, он там лежит. Осталось вот и вот. Скорее бы папка переехал, перевез бы все свои растения туда. Это то я. Дерево, хвоя. А нет, это декабрист. Это Томкина. Никогда не вспоминает про него. Ну, папка за всем ухаживает. Это долларовый. Это же все новое, да? Единственное, которое мы привезли, это вон там? Да. Угу. Вот долларовое. Это драконий фрукт. Тоже сам посадил, да? Да. Ели мы как-то. Ну-ка, дочь, папа. Который мы привезли из Тухтета. Дай мне выйти, пап. Не могу. Вот он. Его помыть, конечно. Он стоит тут, никогда окошко не открытые. Ну, как откроешь у нас? Солнышко прям сюда. Ой, ё-моё. Маша! Мама, смотри. Маша. Хорошие фотографии. Одинаковые. А Тома опять осталась без альбома. Родители опять отказались. Фотографировались. Вот так же вот. В садике нету. И на 1 сентября тоже. У нас в садике есть тоже. А у Томы нету. Ни садика, ни с первого класса. Это вот в спортзале. Столько фотографий. И все. И родители отказываются. И нету общего альбома. Ой, ладно, на 8 минут он нас снимал. О, мам, Жека лежит. А? Дарина говорит, я тоже хочу свадьбу. Что ты сказала? А на ком? Не на ком. А на ком? Какой-то вопрос. Ну, когда у тебя просто свадьба, скажи? Через 10 лет. Дарина, я уже Дарине и Алине говорю. Дочь, хотят внести законопроект. После 25 лет, если рожаешь, то не будет материнского капитала. Я только 25 хочу замуж выйти. Все, обломись материнским капиталом. В комментариях пишет, почему Дарина все время на кухне? Что? Ну так получается, я захожу, она на кухне. Мне нравится это место. Самое хорошее место. Ну да, да. А что такого? Пускай есть ребенок. Да не то, что есть, а то, что она тут все время. Так, ну что вы там, прибрались у себя в комнате, нет? Ой, молодец. О, прибрались, умницы. Мам, ты это нормально. Ну-ка. Что тут? Там что-то прилипло. Женя, у тебя себя тоже на столе приберись. Ой, девчонки играют. А почему у нас дети, ну, пишут в комментариях, никуда не ходят?
Ну, вообще-то сегодня должны были быть занятия рисования. Ну, вот сегодня же выходной. А, не, не сегодня, завтра. Завтра еще понедельник, еще выходной. И сегодня выходной. Поэтому они никуда пока не ходят. Танцы тоже они не ходят, потому что... Нету танцев пока. Они собирались пойти прыгать, но там сыро еще после сна. Поэтому попозже пойдут. Все, умницы, прибирают. Смотрите, как Саша прибрала. Девчонки взяли сюда эти запасные тетради, кинули. Смотрите, все обвалилось. Это Сашка кинула. Я все вытащила, надо папку попросить отремонтировать. Я поделила половину туда, положила половину туда. Вот смотрите, сколько они там много. Вот сюда. Вот это вот было. И вот это. 50 штук. Ну, это и все сломалось там. Девчонки, аккуратно вещи это положите. И ой, вот это вот надо отсюда убрать. Кто-то тут привязал. Ой. Не знаю, сегодня шторы повесим, не повесим. Диваны хоть заправили. И на том спасибо. Все, пойду сяду. Надо, знаете, еще вчера фарш купил. Сейчас котлеты сделаю в духовке. Они тогда не такие жирные. Чеснока у нас нет, все купить не можем, поэтому добавила сухой молотый. Лук я всегда для котлет вот так перемалываю. Добавлю соль, перец, ну и все. И потом маслом растительным смажу пергаментную бумагу. Сюда фарш, ну, в виде котлеток, и в духовку. Все. Так вот у нас будет. Кого? Мы костюм стирку кинули. Да шучу я. Почему делал? Ну, его нет. Че вы пошли? Почему? Пойдем магазин. Нет, что готовить будешь? Котлеты. Котлеты у меня сегодня получились крупные. Знаете, забыла добавить. Еще добавляю яйцо и хлеб, вымоченный в молоке. Ну, если молока нет, то, конечно, можно и в воде. А то рецепт был бы неполный. Обычные котлеты. Вот. Но только в духовке. Сейчас у меня духовка выключится, и я уже поставлю. Ой, открылась там надо. Что-то велосипеды все повытаскивали, бросили. Надо сказать девчонкам, чтобы на место поставили. Вася попросил девчонок на улицу выйти помочь. Иначе сидят весь день в телефонах. С утра сидели. А что вы Таю не отпустите, дети? Да потому что там дырки огромные. Опять? Да. Как то нормально? Собака большая. Жей, покажи кое-что. Давай. Да откройте, если что поймаем. Мам, смотри, она скалолаз. Ну, играйте. Откройте Таю. Сами на улице, она это... Пусть тоже бегает. Тут еще сыро. Хотя вчера дождя не было. А что, пап, у нас что, дождь ночью был? Вроде я не видела. Не было дождя, просто не высохло еще. Сейчас уже все-таки осень, ноябрь, 5 ноября сегодня. Что, дырки опять на это, да, нарыли? Да. Там опять одна. Ой, собака. Зря выпустили. Да ничего, может, не убежит. Томка тоже что-то вот там делает. Дарин, такие же вот есть. Что ты в таких простых? Ну, Дариночка, тоже папе помогай. Я папе хоть. Соседи яблоки нападали сколько. Вася малину пообрезал. Ну-ка не делай так грязными. Короты нарыли. Не знаю, Вася нынче будет, не будет чистить малину. Тут вот где-то пообрезал еще. Где-то оставил.
красота на улице. Попала грязь мне прям. Так, ладно. Я котлеты уже поставила и поставила целую грудку варить. Я ее потом вытащу, но крошить не буду, иначе дети там будут прям, они начинают вообще есть не могут мясо. Так, может быть, салат какой-нибудь сделаем. И на курином бульоне чуть-чуть совсем сварю суп с лапшой. Тихо. Ну, не высохло еще. Закипела у меня грудка. Убавила. Девчонки не успеют. В общем, вернее, котлеты не успеют приготовиться. Поставь на паузу, дочь. Они хотят поехать на мультик в ДК. Томка идет. Помощница. Дарина отказалась, сказала, я не поеду. Салата чуть-чуть осталось. Сейчас еще хлеб нарежу. И поеду тоже. Первая самая прибежала. Так, здесь деньги на билеты. И 600 рублей вам на это. И 600 на попкорн. Я была. Эти чистые. А где у тебя оно? Ну, возьми. 150. Так. Так, на билеты и по 200 рублей на попкорны. Спасибо. Так, Тома. Все. Ну, одевайся, одевайся. Сейчас нельзя Симу, да? Да. Ну, Тая, нельзя Симу. Да она не трогает. Сима к ней ходит кушать. Пойдем, пойдем. Сима, да, тут трясет, там Сима ляля. Сима ляля, да, маленькая. И у мамы как? Мама, в костюме нормально будет? Я же джинсы выкинула в стирку, я тебе показывала липки то, что. У тебя прям одни единственные джинсы, Саш, не придумывай. А, ну я думала, только черные нужны. У тебя и серые, и синие. Ты что придумываешь? Господи, это Саша, блин. Как удумает что-нибудь. Пойдем. Пойдем, сейчас мама повезет ребятишек на мультики. Пойдем. Симка. Ой, Тайка. Красота на улице, да, Софий? Выбежала, блин, да, я. Сейчас папу подержит ее. Папуль, подержи Таю. Выскочит, а то. Все, девчонки, на кино поехали. Иди сюда, говорит, покажу, что купила. Ну и что ты купила, покажи. Давай. Вчера пузырики не купили, да? Да. Это только на улице пойдем играть. Да. Не открывай, не открывай. На улицу потом пойдем. Дуть на улице. Ну. Вот эти. Угу. Вот эти все. Конфеты я взяла. Вот эти. Это я увидела, Дарине взяла. Не знаю, может, для чего-нибудь пригодится. Красиво открыто. Да, красиво. Вот эти. Котлеты. Для молока трубочки. Да, иди быстрей какой-то трубочку. Ой. Рада? Да. Вот мне очень нравятся такие большие тетради. Потому что мне можно много чего. Мне просто я сразу увидела, мне она понравилась, девочка. Я думаю, Дарине, наверное, понравилась. Спасибо. Молодец. И ты умница. Сколько покупок? Ветродуй кот, тоже с дедом там, да, поставили? Уже поставили? Ну все, я могу чай. Деда хотел высоко, а ты сказала, я не достану, да? Нет. Деда поставил внизу, да? Да. Угу.
И милочек, мы посадили такие, они типа пошли туда. Мы фикс прайс, а они уже в фикс прайсе. Да, потому что фикс прайс дешевле, чем там покупать в ДК. Они всегда так делают. Ну ладно, пускай сходят. Смотри. Встала, встречайся. Они первые. Они пришли? Да. Дома пришла, наконец-то, да? Классный очень мультик. Понравился? Угу. Там про собаку-спортсмен. Угу. Ну, я рада, что вам понравилось. Ой, как София соскучилась. Ну, хорошо, угу. Хорошо. Ну, все выпили. Дороги. Мамка ваша посчитала неправильно, да? 450 на билеты, а я 650 дала аж. Вот сдача. 350. Ну, хорошо. Он 150 рублей стоил, а ты думала по 250? Ну, это бабины деньги. Вон даже сэкономили, девчонки, молодцы. Все, переодевайтесь, мойте руки. Ой, внученька, ой, тебя снесет сейчас тут. Девчонки, немножко кровать поправьте, они заправляли, сидели там в телефонах. Спать хочешь? Ага. Софика тут играла. Конфетки? Я тоже хотела такие взять. Да как с экспресса даже с пакетом взяла? Не говори. Меня все туда таскают. Маме не говори. Маме не говори, говорю. Переодевайтесь, сейчас Софика на улицу с вами пойдет. А кто мы не трогай грязными руками? Иди быстро. Че врешь? Ну? Тома, че врешь? Тома? И переодевайся. Мази. Ты же только что все собрала. Собирай обратно. Будешь собирать, не? А кто будет собирать? Баба? Здрасте. Собирай ты. Ну, пожалуйста. Ты молодая, красивая девочка, должна собирать. Чё бабка старая должна собирать? Ну, чё? Ну, пожалуйста, собирай. О, видишь, ты падаешь уже. Смотри, цветочек как надо собирать. О, смотри, бабушка цветочек собрала. Угу. Вот упала. Вот сотим. Вот красиво, молодец. Собирай давай.